Всем здорово, народ! Вы на канале Бублик Channel, и сегодня я бы хотел вам показать отрывок со вчерашнего стрима, который получился очень короткий, но очень интересный. Да. Он до сих пор есть на канале, и я его не собираюсь удалять, ребят, поэтому кто захочет посмотреть полную версию, может перейти вниз, я даже ссылку на него оставлю, как бы в описании будет ссылочка, и посмотреть его полностью. Убедиться, что было потом. Потом, после чего, я думаю, вы уже поняли. Поэтому вот. Я вам сейчас хочу просто пожелать приятного просмотра. Досмотрите до конца, чтобы ничего не пропустить. Не будем спойлерить и тому подобное. Поэтому всем приятного просмотра. Всем приятного аппетита, кто кушает. Погнали. Которовусь. Вне зоны доступа, вне зоны действия. Адрес, очередь. Сейчас стреляться начну. Будьте цели. Вообще-то у нас погоня, какой этот, блин, какое ПДД? Я могу начать отстреливать. Так, пацан, мне админ пишет, будьте добры, соблюдайте ПДД. Вообще-то у нас погоня, держу в курсе. Так он тебе все равно не сделает ничего. На красный не право, да, все. Ну, на красный тогда, но я там по встречке херачил. А, ну, ага, по встречке, ну... Ну, выезжай, надо попробовать, что я не представлю. Меня пропустили в свою очередь. Я вчера наконец-то ешку купил, вот сам тоже машину подарил. И бан прилетает в натуре! Он мне второй раз написал! Он мне второй раз написал. Или он два раза написал, просто хз. Что-то он какой-то слабенький. Это нормальная практика, я всегда так делаю. Здорово. Чё тебе, типа, штраф, он начинает тебя бить? Я не знаю, что он до меня доебался, он по приколу. Закрой дверку, как это обычно. Сам закрой, ты там сидишь. Закрой дверь. Вне зоны доступа, вне зоны действия. Блин, у меня, знаете, в чем прикол? Он меня по максималке делает, да. Вот это херово. Ничего не пишет. Минус права. Блять! Здравствуйте. А вы что встали, ребят? Ну вот надо было им припарковать свой сарай на колесах. Остановись. Да сейчас остановись, я день без прав был, чуть не умер со скуки. Больше не хочу. Я понял одну вещь. Он меня не может по кочкам догнять. Поэтому мы будем кататься именно здесь. А, знаешь, где ты можешь оторваться? Где? Где армия, там эти рельсы стоят. Там же... А я туда не доеду, они меня по максималке догонят. До свидания. Адамс Картрайт забанен администратором Андрей Конан. Ребят, вы видите? Бай ВГ. А что такое ВГ, кто-нибудь объяснит? Сейчас заблокировал вас Адамс Картрайт верты. А, верты! ВГ это верты?
Все, будет прибанен. Все, ребят, доездился я, забанили меня.